Никита Михалков высказал свою позицию относительно ареста заместителя министра Тимура Иванова по обвинению в получении взятки. Этот случай вызвал широкий резонанс в обществе и стал предметом обсуждений в СМИ. Никита Михалков, известный российский кинорежиссер, актер, сценарист и общественный деятель, всегда выделялся своей яркой индивидуальностью и непоколебимой позицией. В своем высказывании об аресте Тимура Иванова он подчеркнул не только серьезность обвинений, но и необходимость соблюдения законности и справедливости в обществе. Пишут, что над этим давно работают и что делом занимается служба контрразведки, а значит, вероятно, имеют представление обо всей или значительной части этой гидры. Это означает, что взятка была далеко не единственным, за что его брали. Вероятно, была измена родине или шпионаж. Посмотрим, но для него все выглядит не очень хорошо. Для нас это, конечно, не новость, что воруют в высших эшелонах многие. Но такого масштаба давно не было. Меня возмущает одно, почему все видели его богатую жизнь, дома стоимостью больше миллиарда рублей, элитные автомобили, и все ждали много лет. Надо проверять весь состав министров и политиков, заявил Никита Сергеевич. В своем обращении к обществу Никита Михалков подчеркнул, что важно, чтобы все лица, виновные в коррупционных преступлениях, независимо от их статуса и положения, несли законную ответственность перед законом. Он призвал к строгому соблюдению принципов правосудия и непредвзятому рассмотрению дела Тимура Иванова.